2023 года о переводе в единое помещение камерного типа на срок 12 месяцев оставить без удовлетворения. На решение может быть подана апелляционная жалоба во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд Владимирской области в течение 1 месяца с даты изготовления решения в окончательной форме. Справочное решение в окончательной форме будет изготовлено 3 ноября 2023 года. Вы опасаетесь за свое будущее в связи с арестом 3 предыдущих адвокатов? Ну, вы знаете, что, в общем-то, я же в этой профессии, не просто так этой профессией занимаюсь. Конечно, страхи определенные есть, но если этим заниматься... А что за съемочки с происходит? Разрешили нам. Кто разрешил? Сказали, что в коридоре... Не надо, не надо, не надо. В здании суда. Просили.